Нижневартовские утвердили концепцию ледового городка и уже приступили к его строительству. Подрядчик из Перми привез лед и начал собирать деревянный каркас для будущих горок. Согласно контракту, темой городка в этом году станут сказочные герои произведений Пушкина, Крылова, Захадера и других авторов. Всего более 20 фигур. Вокруг главной елки расположатся любимые и знакомые всем персонажи. Двухуровневая горка, лабиринт, фотозона по мотивам бременских музыкантов. Не останется городок и без символа года, дракона и скульптуры Деда Мороза и Снегурочки. К слову, к эскизу этого персонажа нынче было приковано особое внимание. После того, как в прошлом году ледовый городок Нижневартовска попал в федеральную повестку. Все из-за Снегурочки, которую называли мужеподобной и даже сравнивали с Халком. Мы тоже уделили большое внимание именно этому персонажу сказочному. На самом деле, судя по эскизу, миленькая, красивая, симпатичная Снегурочка в сопровождении своего дедушки. Мы посмотрели эскиз, достаточно очень укомплектованный фигурами из льда. По сказкам интересная задумка авторов. Эскиз, в принципе, впечатляет. Если это все воплотится в жизнь, то будет очень интересно.